Одной консультации сказала про подселение в душе и что все души кем-то захвачены. Это правда? Если это так, то что с этим делать? Как определить, есть ли у вас подселение или нет подселения? Подселение обычно это, смотрите, ваша душа, она фактически разговаривает с вами, когда вы с закрытыми глазами находитесь. То есть тот внутренний диалог, который у вас есть. Но в случае, если этот диалог все-таки существует, то эта душа у вас существует. То есть ваши мысли — это фактически общение с душой. Но в случае, если вот этот диалог, который у вас есть, он отличается от того, что вы думаете, и отличается от того, что вы чувствуете, то есть начинает ругаться матом что-то внутри вашей головы или внутри вашей души. Что-то начинает вас внутри кричать или что-то начинает громко ругаться, особенно ругаться, то это говорит о том, что у вас там подселение находится. Что необходимо сделать? Вы знаете, подселение любое хочет подавить того, в ком оно находится. Но вы должны знать, что есть закон, который называется эзотерический закон права выбора. И каждый человек имеет право самостоятельно выбирать, кто внутри с его душой будет коммуницировать. Именно поэтому вы на правах своей человеческой сущности можете, закрыв глаза, подождать, когда там вдруг кто-то начнет ругаться, материться или там плохо себя вести и сказать: «Все, я тебя определил, пошла вон или пошло вон из меня», и матом мысленно, и выгоните из себя это. Я говорю это серьезно. Что-то ругнулось, говорите, все, я определил, что ругнулось, вот этот голос. Я тебя определил, пошел вон отсюда, ты мне не нужен, пошел и дальше матом.